сегодня 25 февраля 2022 года, 9:20. Вот, мы сейчас едем по поселку Антоновка. Вот, а даже это Кендика еще пока, это не Антоновка, это Кендика. И подъезжаем к мосту. Транспорт ходит по мосту. По мосту едет транспорт? Да, вон ходят машины. Сейчас здесь по информации из средств массовой информации, вот здесь вчера были бои за этот мост. Вот. Ну, люди переживают. Мост рабочий, нерабочий. Вот мы видим. Ага, вот мы видим. Подбитая машина. Подбитую машину. Ну, военная, да. Военные какие-то рядом. Вот это все. Тут бомбили. Перепахано. Это по всей видимости. О, бомбили нефтезаправку. Вот заправка разбушена. Мы сейчас едем по какому-то мусорнику. Это по всей видимости разлеталась то ли от заправки, то ли от этого самого, то ли еще от чего-то. Это какие-то клочья камня, земли. Вообще даже непонятно куда. Вот вывеска Херсон. Мы ее видим, такую немножко испорченную. Вот такой сегодня Херсон, да. Вес Херсон. С юга. Поднимаемся дальше. Вот, ага, вот видим, вот видим машинки уже, да? Пострадавшие. Пострадавшие машинки мы видим. К сожалению. Вот. И причем это свежая, не только еще работает сигнализация, да. Это по всей видимости. Аккумулятор не сел. Даже не ночная. Это по всей видимости только что была атака. Вот. Это все это вот мы видим сейчас. Так. О, машина перевернутая. Машина, а заправка разбита. Вот. Вот пушечка стоит. А вот танк подбитый. Подбитый танк стоит, да. Вот пушечка стоит. Нет, пушечку да, снял, да? Пушечка. Вот еще какая-то легковая машина здесь оказалась. Неудачное время. Не нравится мне это место, конечно, да. Долго на нем не задерживаться, конечно. Не факт, что это уже все кончилось. Да. Ну, видишь, как-то людям надо как-то выживать, и люди все равно едут через мост. Через побитый, расстрелянный мост. Снимай внимательно с левой стороны. Да. Что-то мы видим. Труп лежит. Это труп воина, наполовину оторванный. Да. Техника наша. Думаешь, наша? Ну. А вот уже какой-то. Ой, там тоже что-то, по-моему, человечек, да? И вот. Куски мяса. Да. Вороны. Ну, наверное, дальше мы не поедем. Что-то не хочется дальше ехать. Да. Вот. Дальше не хочется ехать. Фу. Дальше не хочется ехать, да. Ладно, поворачиваем. Какое-то место такое тут не очень. Непонятно кто. Чья техника, до конца непонятно. Чье это тело валяется там, да. Ужас. Вот. Никто не убирает трупы. Они по-людски как-то. Надо скорее отсюда сваливать. Да. Вот сюда эти разрушенные здания. Все.
да. Какая-то машина непонятно, с чем это надо. Какая-то пушечка, как бы. Пушка, танки. Танк подбитый. Подбитый танк. И вот горит. И вот горит газовая заправка. Идемте отсюда скорее. Надо отсюда уезжать. Да. Хватает.